Последние выходные сентября этого года студенты Елабужского института КФУ провели очень насыщенно. Они приняли участие в школе профсоюзного актива «Реформа». Занятия состоялись на базе оздоровительного лагеря «Буревестник», куда съехались не только лидеры разных факультетов, но и первокурсники, желающие влиться в активную жизнь профсоюза студентов. В рамках данной смены мы изучаем, что такое профсоюз, что такое устав профсоюза, какие проблемы встречаются студентам на пути в обучении. В рамках школы актива прошли тренинги на знакомство и сплочение, а также лекции о правовых аспектах работы профсоюза. В завершение состоялись творческие выступления и самопрезентация от кандидатов на профсоюзные должности. Мне было интересно узнать других личностей, что они себе расскажут и что они могут дать правкому. Я действительно очень много узнала, то, чего, например, не могла найти в интернете, то есть про стипендию, про гранты различные, про правком, естественно. Я думаю, что эти два дня дали мне бесценный опыт, то есть нигде и больше я бы такого не получила. Участники школы «Реформа» признали, что эти занятия принесли много положительных эмоций и позволили наметить новые перспективы в развитии профсоюзного движения в Елабужском институте КФУ. Анна Глазунова, Анастасия Краснова, Айдар Нурмиев, Универньюз.